7 зиле ку Радио Европа Либера. Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это Наталья Марари, программа «Пункт Шедилакапот». Неделя выдалась поистине жаркой. Бывший премьер Влад Филат приговорен к 9 годам лишения свободы. Илон Шор остается по-прежнему в изоляторе. Ну а в деле по краже миллиарда появились новые свидетели, которые спустя 2 года решили заговорить. В частности, бывший замглавы департамента по борьбе с отмыванием денег в рамках Национального антикоррупционного комитета Михаил Гофман и бывший глава такого же департамента Банка Сычала Сергей Сагайдак. Что все это такое? Является ли это частью одного большого сценария, или же свидетели, боясь, что они станут следующими, начали говорить? Что мы с вами, граждане Республики Молдова, будем иметь со всего этого? Чибелакапет.